Привет, да. Привет. Ну что, как там делишки у тебя? Ну все отлично, сегодня целый день съемки были, фильм, монтаж, прошлись по лагерю, такая красота, горы, море, вообще все супер просто. Ну ладно, я спать, все, устала, не могу просто. Проект «Молодежь» отдал целый месяц своей жизни на отбывание смены в Главном управлении лагерей «Орленок» на форуме «Бумеранг». Я очень люблю эту смену бумеранговскую, уже третий год приезжаю на ней. И каждый раз очень клевые, веселые и активные ребята. Очень нужно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Как солнце по утрам, пусть оно заходит. Дружная, радушная атмосфера царит в лагере. Большую часть своего времени ребята тратят на веселые и забавные игры. Театр! Театр! Еще раз скажи слово! Интересные и захватывающие мастер-классы трогают сердца участников форума, заставляют их проникнуться в гранит наук и поразмышлять. Люди, опомнитесь! Иногда насельников лагеря выводят гулять их добрые и чуткие товарищи-вожатые. Руководство лагеря четко следит за распорядком дня, занятостью детей и работоспособностью обслуживающего персонала. Великолепное сбалансированное питание значительно прибавляет сил и энергии участникам смены. Огромную роль в лагере занимают традиции. Слушай, пой. Слушай, ты что молчишь? Ну-ка, быстро пой. Слушай. Ксюша. 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 Проснись, хватит спать. Завтрак проспишь. Ужас какой. Приснится же такое. Какое счастье, что это всего лишь сон.